Молодежные новости. В феврале в бассейне Кохтла-Эрве впервые состоялись соревнования «Мегасвим». Как уже понятно из названия спортивного события, пловцы состязались на длинных дистанциях. Около 100 молодых спортсменов из Сталина, Тарту, Нарвы, Силамя, Ихи и Кохтла-Эрве пробовали свои силы на дистанциях в 1,5 километра. Организаторами «Мегасвим» выступили местные клубы «Актив» и «Дилан». Мы пообщались с теми, кто решил попробовать свои силы в столь непростом заплыве. Сколько приходилось плавать именно по расстоянию тебе? Самое большое расстояние? 1500 – самое большое расстояние. 1500 – это в метрах, да? Ну. Да, 1500 метров. Да, расскажи, насколько это сложно? Да, 1,5 километра – это типа… Это довольно-таки трудно, нелегко. Надо потерпеть и постараться это проплыть. Так, ну скажи, на какой дистанции ты понимаешь, что уже вот сложно, да? Ну, первый, скажем, 200 метров, легко? Это еще очень легко. Так, следующие 200 метров. Следующие 200 метров уже потихоньку становятся труднее. А последние, вот, 200 метров, это самое трудное, потому что надо плыть уже довольно-таки быстро. Это очень трудно. Про тактику расскажи, что надо делать, чтобы вот 1500 вполне достойно проплыть? Первые 500 можно так вот еще хорошо плыть, не очень быстро, третью скорость примерно. Какую скорость, подожди? Третья скорость. Что такое третья скорость? Ну, это примерно спокойненько. И потом следующие 500 метров и побыстрее. Это четвертая скорость, это побыстрее, чем третья скорость. А последние 500, это типа можно тоже типа четвертую скорость. А последние 200 метров, которые остаются, надо уже плыть хорошо быстро. А последние 50 метров, все, очень-очень быстро прям надо плыть. Ноги устают, это точно. Дышать типа становится труднее, ну, дышу. Ну, живой, да, соответственно, дышишь. И руки, они начинают подбаливать так вот, болеть. Да, именно мышца болит, да? Да, не кость, да. Как сегодня проплыл? Хорошо. Дэнни, давай, расскажи, что тебе дает плавание? Плавание дает успехи в моей жизни и хорошую физическую форму. Так, а успехи какие? Физическую форму хорошо, да, понятное дело, да, а успех какой, где и в чем это заключается? Успех заключается, естественно, на медалях и кубках, все такое хотят. А, то есть ты, так скажем, самовыражаешься? Да. А насколько сложно 1500 метров плыть? Ну, даже очень тяжело. Ну, а в чем это заключается? Что такое тяжело? Тяжело, знаешь, это, ну, там, встать с утра для меня. Знаете, допустим, последние, вот первые 500 плывешь спокойно, вторые 500 побыстрее. Вот последние 500 метров, ну, вот, самое тяжело вот плыть. То есть очень быстро надо вот работать ногами и руками. А у тебя вот самая вот большая дистанция, которую ты проплыл? Самая большая дистанция на соревнованиях – это 1500 кроль как раз. Хорошо, а не на соревнованиях, вот просто ты… Это 3000 метров комплексом на утренней тренировке. Что такое 3000 комплексом? Ну, как вам объяснить? Ну, как-нибудь. Это проплыть без остановок 100 комплекс, 200 комплекс, 300 комплекс и 400 комплекс. То есть 100 комплекс заключается как 25 дельфин, 25 спина, 25 брас и 25 кроль. А, то есть это просто разные стили плавания? Да. Ой, я уже понимаю. Все, я теперь эксперт в плавании. Золотые места есть? Да. Ну и как, много? Достаточно. Все скромные такие. Мы никому не расскажем, сколько медалей, ты нам только по секрету скажи. Я не считаю. Эй, правильно, да, ладно, давай поздравим тебя с соревнованиями, да, и пожелаем тебе успехов. Спасибо. А, кстати, а есть вообще у тебя какая-нибудь мечта такая, вот, ну, прям вот, ну, вот цель какая? Цель есть, попасть на Олимпиаду, представлять Эстонию. То есть ты, можно сказать, будущий олимпийский, ну, скажем, хотя бы даже участник. Да. А победить там? С этим еще не надо задумываться, надо тренироваться, и тогда, возможно, все получится. В прошедших соревнованиях принимали участие и девушки. Так, для многих из них заплыв на дистанцию в 1,5 километра стал первым официальным в их спортивной карьере. Минувшие соревнования запомнились и рекордом. Так, воспитанница Ихийской спортивной школы Виоланта Гурьянова преодолела дистанцию 1500 метров за 17:33.51, установив новый рекорд Эстонии среди юниорок. Прежний рекорд был установлен в 2015 году в Канаде спортсменкой таллинского клуба «Орка». Денис Озеров, Илья Тельнов, специально для молодежных новостей.
Молодежные новости.